Все. Поперло. Блай, что-то все понтуется. Про рабочих 900 сек ему не помеха. Даже если 90 Блай не будет строить, проиграет. Хотя была как-то игра давно, но с тех пор очень уровень изменился. Вот. Я играл в Ладер. Может быть, даже где-то вот этот, если на YouTube выложен, можно FP-шный найти. Совершено. И я отошел, а поиск шел и прихожу. И то ли 40, то ли 28 секунд. Короче, уже игра шла на момент, как я пришел. Ну, какой-то мне чел попался, непонятный никнейм. Воля это было, как бы, давно. У меня уровень тогда был что надо, как бы. Вот. Я думаю, ну ладно, пофиг, клипану ПВП, тем более, как бы, и выиграл. Чувака, который, как бы, у него еще пригорело в конце. А я начал у него форы полминуты было примерно, как бы. Ну, то есть, M-Mertui. Так, циклончик делается, и прокси факта, тут у Аверса. Все это две факты циклона, надо эпоху строить. Строю тайр сверху до поху, короче. Лови овера. Овера не успеет, скорее всего, аверс словить. Скоро вернется стрим у вас, ребят. Вторым циклоном лови аверс. Поймал вторым. Надо к краю подводить. Куда ты там его водишь-то? А вот это хорошо для аверса. При таких билдах, такие начальные потери... Ну, очень решающая тема, на самом деле. Здесь только надо продакшеном загружать факту. Ё-ма, не хватает депошечек очень-очень сильно. Аверсу сейчас в продакшене. Блай делает лейеры, не делает Блай ни хрена, короче, там, кроме лейера. Армори пошло сверху. Нужно выход сейчас будет Аверсу делать. У него причем реально много юнитов, ребят. Ну, депошечек-то не хватает вообще крайне. Сильно не хватает, я бы сказал. Здесь надо экстра сафлай кидать, не иначе, как бы. А кто минералы добывать будет? И где до заказ вообще? До заказ склона сверху. Циклонов ну очень много, а хелбаты где? Кто прикрывать-то будет? Вот сафлай блок попер. Нужно еще ставить, короче, депох. Надо выход сделать аверсу срочно уже. Неплохая идея, если это идет запись стрима, а наушники, чтоб левое ухо было свободно, а если нет, то правое. А так можно подсказывать, типа, игрокам. Типа, если один респ, то в белой кофте, если другой, то черный, знаешь, там, переодеваешься во время стрима такой. Или даже на лане. Так, очень много аверса здесь. Приходят циклоны, куда вперед, попёли. Назад! Конечно! Куда хелбат-то один полез ему вперед так сильно? Заходит аверс, три королевы. Пять королев, три плетки здесь. Хелбаты затанковывают. Плеточки падать, успевают. Нет, плеточки падать, не успевают. Плетки в фокусе аверс. Плетки аверс что-то как-то криво фокусит, признаться честно. Надо отвести циклона одного. Не успевает отвести. Вот успел. 5 мутарисков заказано у Блая. Тайминг мутки какой-то очень хороший получился у Блая. Ну, я не знаю, мне кажется, что здесь уже... Так, циклонами захват мутки делай! Одного захватил муталис, каверс, как бы.
Остальные пока живы-здоровы. Надо в минеральную линию в рабов врываться. Хелбат здесь есть, хелбат вытанковывают, здесь дэмэдж. Блай уже на мейн переселяется, что ли, ну да? Тут, мне кажется, ошибка для Блая. Зачем он уже так рано на мейн переселяется? Так, одного циклона забревает Блай, второго забревает. Забревает все, короче. ГГМ пишет, мы уходим. Хороший пуш, но успела мутку у Блая выйти, успела. Чуть раньше надо было пушить, как мне кажется. Вот. И было бы все замечательно у Аверса тогда бы. Но пора пушил он в такой тайминг. Так, это у меня Санюшка ВЛ и Леха Гер. Премиума, оказывается, активирует. Спасибо всем, а я думал, это у Мэджика что-то. Почему мужик-то молчит? Или мне показалось, что молчит? Так. Ее называют звездой смерти. Так, Звездные войны все рекламируют. Вчера мне кореш мой говорил, что вроде как неплохие новые Звездные эти войны фильм. Вот, не знаю, не знаю. Ой, Блай понтуется в чате, как я не люблю, когда Блай вот это вот устраивает. А потом приходится просто
фейспалм врубать, когда его с его прокси-хатой кто-нибудь наказывает. Но зато, когда она заходит, Валай там утверждает, что он всегда заходит. Вот. Позер, блин, чертов. Ладно. На самом деле, была еще катает кого-то хотя бы в багажнике. И за это ему спасибо. Так, ну что, Аверс против Люцифера. Какие-то никнеймы у всех поменяли сейчас. Прям дебилизм какой-то, бредизм. СМ готов. Наши КСМ атакованы. Улучшение завершено. КСМ готов. КСМ готов. СМ готов. Системы работают нормально. Это срач в чате непонятный, ребят. Ху, мне надо. Мне надо дуплиться немножечко. Вот.
Ну что, 10 цеха, и вы видите, что происходит. Марик и циклон, здесь то же самое. Приблизительно. Ну, у Аверса нету никаких мариков. У него просто циклон. И он ловит рипера здесь. КСМ-ка на 3 хп. Опасно это все, я вам скажу честно. Игра приостановлена. Игра возобновлена. Так, прогнал тут Аверс. Опа, а вот и банша прилетает с двух сторон, но одна почему-то минеральную линию шатает, а другая реактор. Ну вот это и кончилась энергия, и Аверс уводит ее. Второй будет шатать реактор. Здесь Ревен есть уже. Все, шатание окончено, и банша улетит даже спокойно. Ревен сзади на хвосте. Но они одинаково летают, поэтому автотурель не получится выставить никуда. Аверс мех играет, две факторочки. Здесь био, что ли? Да, здесь био. Ну, очень поздний стим какой-то, прямо я смотрю. На что у меня случайно будильник был поставлен, то есть я час промахнулся, на 12.40 хотел, поставил на 13, приставил на 13.40. Режим готов. Наши КСМ атакованы. Так, ну тут био рядом. Ну, танчики есть, банши есть, навряд ли получится продавить. Хорошо, как прилетело, а? Погодите, по циклону она жахнула или по викингу? Я чуть не понял. По викингу сейчас жахнула минка. То есть это минус викинг, еще и сплэшем. Посмотрите, сколько дэмэджа зашло по марикам. Так, попытка баншу отпустить. Одну баншу даже забирает сейчас Люцифер, но она все равно улетает. 110-99, Аверс реально больше лимитом сейчас.
Так, ну 120-88 аверс дайверс. Так, пошел скан, наверх двигается вперед. Автотурели, хелбаты, танки. Все это движется такой волной прямо. Викинги, медиваки шатают сейчас. Склоночку лучше отвести. Мародеров много осталось. Сейчас, если аверс продвинется сюда к рампе, то проблема будет явная у Люцифера. Садятся викинги, танки все разбирают. 66-107, это 1-0 аверс. Это уже очевидный момент. ГГ пишет. Люцифер. Ну что, ребятки, аверс 1-0, вторая. ТСМ готов. В анонсе не та сетка. Я тебе могу... Как остряки скидывают скриншоты, это сетка рабится там. Могу тебе такой кусок скинуть, а так как бы это шоу матч, и сеток здесь нет никаких. Может, конечно, где-то есть на именно на систему ссылка какая-то, но я думаю, что даже такой нет, скорее всего. Улучшение завершено.
Что-то Рипер пострелял по другому Риперу. Тот свалил на мейн. Летает, в общем-то, Айверса напрягает. Невнимателен Рипером вообще, Люцифер. Надо контролить до конца такие моменты. Ну, то летел с Николсона, сразу было вылетать отсюда. Он же медленнее, чем Рипер ездит. Не успел, не вылетел. Хелс 0.12. Ну да, кавказец оказался таким агрессивным типком. Тут 3 КСМ-ки Аверс подрезал. Тут пытается Люцифер Баншу сопровождать викингам. Но если у него кончится энергия, то, конечно же, он начнет стрелять. Но она не кончается пока еще. И здесь другого направления, другая Банша вообще у Аверса залетает. Так, 2 залпа от турички получил. Мариков много. Так, Рейвен от Аверса еще летит, попадает на минку. Цена поставлена автотурели минус Рейвен, ребята, здесь. Ну, вы сами все видели. А почему? Потому что успела выстрелить туретка раз, и минка жахнула. Кстати, сколько у Рейвена ХП? Минка 125 наносит, плюс... А, ну, наверное, у него там 145, может, или как-то так. Я уж и не помню-то. Ну, 12 КСМ, а Каверс нашатал. У него больше рабов, чем оппонент. А вот, 140, да, 140. Ну, да, понятно. Туретка плюс минка как раз одного выстрела достаточно с одним залпом минки. Блин, как же автотурели сейчас унижают? Это же просто жесть какая-то. Здесь, кстати, тоже автотурель можно кинуть. Ну, хотя Аверс здесь контролит. Он циклоном и баншой заберет быстро автотурельку эту.
Так, прилетели. Нахрен сюда вот. Что за дебилизм-то? Ну тебе, викингов, шатать, нахрен сюда кидать, кинь ты вот сюда, в турельку, танк с брей, подведи свой, все. Элементарно ж ему. Нет бы кнопки быстрее жать, а? Запад блочил Аверса тут, тем не менее. Люцифер, третий цеха здесь. Снизу. Надо туреточку строить здесь. Бах, пацаны, вы куда гулять-то вышли вообще? Танк уничтожает. Ну, мехам важно спуститься вниз в определенный момент, но важно и дома защиту, на самом деле, какую-то иметь, иначе будет вот такое происходить. Посмотрите, а Люцифер, ё-моё, как провалище, просто жесть. 10, как с куста КСМ, 10. Никто вообще не контролит, здесь банша 17 КСМ, хорошо еще заехал сейчас в угол, где депошечки, а так бы еще сюда Аверс проехал. Ну и так все крайне печально, здесь все выбивается сверху, Аверс спускается вниз, цеха полетела. Так, минус банша еще. Жестуха, жестуха какая-то, блин, что с твичом не понимаю? То убираются значки там, то опять появляются, как мне это дерьмо запарило, а? Готов. В настройках чатика я имею в виду. Танк на марше! ТСМ готов! ТСМ готов! ТСМ готов! Так, прилетели. ТСМ, брось в дороге! ТСМ готов! Тебе, викингов, вся так... На... Время действовать! Ходит здесь Люцифер, было бы несколько медиваков, вот один дуб-дромб мог бы и порешать бы здесь все на самом деле. Марики дропаются на ХГ, здесь есть Либератор, что он здесь забыл? Либератор, Либератора Марики минусуют, но и Марики ничего здесь не сделают. Так, здесь что такое, Люцифер пытается ломить, здесь танков такая пачка дикая вообще. Здесь то же самое. Разложился как-то криво. Здесь пытается Люцифер ходить, Аверс его принимает. 104, 141, 109, Либератор на танке. Вообще везде провал какой-то у Люцифера происходит. Минус 2 танка сделал Либератор Люциферу. Здесь шатаются медиваки танки. Только био 10 танков 0-0 в заказе. Короче, это провал какой-то. Третий заставил улететь. Здесь уже четвертая цех у Аверса. Кто это так заорал по-свински вообще? Я даже не понял, но смотрите-ка, Люцифер отбивается тут. Что даже очень интересно. 1-1, 2-2, правда, не делает, он грейды не делает. Здесь 4 цехи уже. Здесь просто дикая макро, и вторая атака сейчас будет уже готова, так что печаль. Название стрима не актуально, твоя желтая буква уж точно не актуальна, это я тебе точно скажу. И ты слоупок просто, как бы, вот это да.
со стримом все в порядке. К трудовым подвигам готово. К трудовым подвигам готово. Сейчас мне будет к трудовым подвигам готово. Место рождения. Давай. К трудовым подвигам готово. Сейчас рванет. Все минералы на этом месторождении собраны. Брось с дороги! Противник уничтожает твои КСМ. Так, здесь я уж третью прогнал. Здесь попытка тоже наломана, а третью была. А четвертой базе. Ну здесь сенсор Таура ее выдает просто откровенно, но не знаю, Люцифер о четвертой базе. Это победа Аверса 2-0. Так, ребят, сейчас я позвоню, пока тут карту следующую черкают.
Все, ребят, вернулся к вам. И жду продолжения. Айверс с Милкой сейчас будет биться. Ну, Милка посерьезнее. Понятно. Все, Милка против Айверса поперла. Погнали, ребят. Фу, блин, короче. Так, ГГ-года. ГГ-года можно повесить, чё попросил Яндекс. Погнали. Так, Никсусок умел. Вот на самом деле Милка прошел, что всех удивило, то ли во второй, то ли в какой-то квалификации, показав очень такую неплохую игру. Вот. То есть, по идее, с Айверсом он должен был быть и фаворитом, но, как мне кажется, Айверс-то может и разваливать. Летает Рипер. Чума адепт стоит, не понимаю. Пока реагировал, адепт уже. Синий Рипер уже улетел, пока адепт он тут ходил. Игра
приостановлен. Паузу Аверс просит, что-то случилось. Игра возобновлена. Так, ребят, после шоу-матча этого данного, я не знаю, буду ли я стримить вечером, потому что себя так себе чувствую вообще, как бы. Может быть, я сегодня даже отдохну, чтобы завтра ворваться нормально на финал ЕМА, короче. В 8 утра, во-первых. Во-вторых, просто отдохнуть. Я, наверное, поставлю запись после вот этого, вот этих игр. Не начну, там поеду в ленту, съезжу там на к Новому году купить пару продуктов, которые подольше лежат. Даша мне попросила там прикупить каких-нибудь, там, я не знаю, консервов для салата, может, какую-нибудь рыбу, не знаю. Креветок каких-нибудь, может, чуть-чуть, не знаю. Надо сгонять, короче. Ну, а там по возможности либо ворвусь, либо не ворвусь вечером. Два циклона Марики заходят сюда. Похоже на 1-0 Аверс. Очень сильно это. Гиты, конечно, открываются. Здесь медленный вар будет. Надо наверх варпить юнитов стопудово. Как бы. Это провал полный. Это полный провал. Здесь цеха при этом всем есть. Это ГГ, да, 1-0 Аверс, это 100% расклад. Что-то Милка затыкал, и вообще непонятно, чем он занимался, куда он смотрел. ГГ. Дарки не помогут, Либератор говорит. Извини, братан. Ну, Аверс молодец, чё. К Новому году можешь себе подзаработать маленько. Двушку уже с Люцифера забрал. Тысячу Аверс, 3. Если здесь победит, уже 5 будет. Ну, чё так. Чё-нибудь прикупить можно там. По крайней мере, стол организовать. Хотя даже с 4 проиграл, уже 4 рэп получается. Ну, это от Яндека подарок Аверсу получается. Ну, как подарок? Решили проверить его в бою.
Начинается. Так, поставлю записи потом всех разборок. Она еще не выложена в группу пока, она просто на YouTube выложена. Вот. Обсудите там все это дело. Что, ребята, в прошлый раз мы видели врыв двух циклонов и мариков к Милке от Таверса резких очень. Здесь же мы видим нечто другое. Нечто другое — это ответочка пошла, вот она. Ну, это может быть очень даже эффективно, как мне кажется. Но нужно отметить тот факт, что Милка кого отборочных прошел, он чизил там очень-очень много. Так, Аверс тут что-то проверяет. Что там Аверс проверяет? Какие-то зигзаги от Аверса просто происходят. Старгейт Аверс заметил. Пробку заметил. Тут уже пилон не отменить будет. Минка хорошо копается на мэне очень у Аверса. И опять циклона Марики, кстати, делаются. Два адепта идут вперед. Почему бы адептами не... А, ну хотя можно проигнорировать Рипера и ворваться просто Оракулом. Плюс адептами сейчас хорошо очень залетает Оракул. Здесь многовато мариков, ребят. Милка плохо контролит, как бы он не подрезал, как бы сейчас КСМ их получается. Адептов вообще не законтролил. Адепт не законтролил Милка. Короче, два адепта слиты. Два рабочих все убиты. Здесь второй Оракул строится. Рипер Аверс на F2 привел сейчас домой. А мог бы пилон здесь отменять. Продолжать. Минка тут все равно все еще хорошо закопана. Как бы, и если вот Милка захочет прямо сюда полететь, он тогда потерпит здесь неудачу просто. Эскейп что-то не умеет Милка особо нажимать, у меня такое ощущение складывается. Оракула дэмэджа нам вперед, ведь что ты делаешь, Милка? Так, циклоны вперед там поехали уже. С мариками, кстати говоря. И с... Так, Иммортл сейчас выйдет, плюс пилон 2. Где Мазеркор вообще? Без Мазеркоровой опенинг, ты что ты будешь делать? Что ты будешь делать? Что же происходит? Меня вселился кавказец после вчерашнего кавказца. Так, еще Иммортл строится. Надо снимать пилоны сейчас, конечно, Аверсу здесь. Своему оппоненту. Так, циклон номер один минус, циклон номер два тоже сейчас будет минус. Отбивается Аверс, все. Фу, Милка отбивается, все у него нормально будет.
И даже неплохая экономика, и даже два оракула живых. И даже можно еще подхарасить немножечко. Здесь все еще живой циклон, который собирается продолжать харать. Так, здесь Милка Аверсу Либератора забирает. Что-то происходит-то, я не понимаю. Почему ни одного юнита нет, который может отбить это дерьмо? Я пробую, просто как с куста. Одного выстрела не хватает, и медивак улетел. Успешно вполне. Вот есть торги, пион есть. Надо же голову врубать. Одного феникса построй и все. И отбей. Не, ни хрена. Фениксов не будет. Так, 40-48, третий никс. Все по экономике, все тут лучше. У Милки как бы блин пошел. Биты надо добавлять еще сейчас. Денис 121-702. Да, ИМ я комментил в группе ВКонтакте. Есть запись на ГГ-плеере. На другой не выложить его. Когда рестрим, Twitch я отключаю, уже 500 раз говорил. Можете смотреть на GoodGame в прямом эфире. Все элементарно. Так, здесь Викинг что-то летает. Контроль 2, Адептика давай. Что они здесь стоят, непонятно. Ну это мех против Милки от Аверса идет. Цеха третья добавляется. Здесь же третий Никс вовсю добывается. 60-47 по рабам. Так, пока Милк неплохо развивается. Тут надо побольше с мейна его переводить. Не 14, можно еще сразу штучки 3 переводить. Потому что здесь все равно сейчас очень быстро минералы кончатся эти. Ну, надо 4-й Никс уставить. Так, скан идет от Аверса. Видит он, что здесь Милка делает. Но Милка на блинке тут законтраливают. У Милки 4 имморталы есть. Но здесь 2 либератора. Нужен очень жесткий сплит сейчас. Боевой лимит крайне близкий. Ломиться вообще не надо сейчас ни в коем случае вперед Милки. Аверс понимает, что так как бы не очень хорошая ситуация. У него складывается, уходит. 2 минки оставил. Либератор на вторую. Все четко. Вторая фаржа там у Милки добавляется, черт Никса нет. Идет гулять по минкам, минус сталкер раз, минус сталкер два, ну вот начинается. Супер реакция. От меня супер реакция просто. Я извиняюсь, у меня сонный стиль просто как бы идет сейчас, потому что не особо выспался сегодня, вот. Ну, прикольно, Минка такой переблинкнулся. Лучше поздно, чем никогда, конечно. Потому что в следующий раз, может быть, ты успеешь таблинкануться, пока Минка еще не выстрелила. Точнее, когда Минка выстрелила, и сталкеры ну, вовремя успели это сделать. То, что пытается Милка, это уже хорошо, честно сказать. Поэтому не знаю, почему я так отреагировал. Но выглядело прикольно. Вот. Если не будешь пытаться, то не будет и получить. Так, фотонка всего одна, надо с другой стороны еще фотоночку запилить.
мортлов что-то много. Что, два роба, что ли? Я не... Да, два роба уже давно. Так, здесь на центральном Никсусе обычно начинается, и на дальнем дистанс маним. Ну, надо ставить на таких Никсусах фотонки обязательно. Иначе приедет гелик, там минуснет, еще что-нибудь приедет минус. Так, заходит Милка. Здесь просто уже движуха началась. Да идет вперед и встал, главное. Так, скан. КСМ, ки минус КСМ. Вот нормально здесь покрошит сейчас Милка. Штук 15, наверное. Агрессивные блинки пошли сейчас. Любит Милка поблинкаться агрессивно. Две фазы работают, хорошо, конечно. Операторов Милка пробивает. Как будто мариками катит, я не знаю. Они же так быстро не стреляют, как ты кликаешь, Милка. Пацаны не успевают. 155-161 добегался до того, что лимит боевой меньше сейчас стал, чем у оппонента. Зато зданий настроил ой-ой-ой просто немерено. Отходит Милка наверх, залпы по эморфлам. Сейчас Аверс пробить может, я вам так скажу. Хитро вперед ломит. Прироста не дождался, ничего не дождался, ломится. Как меня бесит вот такое. Это вот мельтешение туда-сюда, кликание и без головы потом, ну, действие АПМ просто. Ну, голову-то подключать же надо тоже, блин. Хоть чуть-чуть, блин. Куда ты ломишься-то? Вот ты только отступил, а опять напал. Ну, так хоть прироста бы дождался. Силки подходят, сталкеры вперед заходят. Какой-то блинк странный, а сталкеров ждет. И мортлов сплитить на два куска элементарно не получается. 70 на 20 по лимиту. Сейчас еще 2 эма выйдет. Гейтов добавляет. Сколько гейтов сейчас у Милки, кстати? 7. Это фейл, 7 гейтов. Мало это. Мало, ребята. Архончики сливаются. И мортл заходит, на муви сливается. ГГВП пишет Милка. Катастрофа. Чарлик, ты что туда залез? Где ты там? Гад какой, а? Ну-ка вылезай отсюда. Что ты рычишь? Иди на окно, иди сюда.
Так, короче, ребят, сейчас я домой позвоню. СПТ наушники старые. Пару дней назад такие разыграли, между прочим, в розыгрыш был в группе ВКонтакте, следи. Сейчас я позвоню домой. Секундочку, подождите. Так, ребят, секундочку, мы ждем гуру, сейчас я проверю, если...
Так, ребят, все, сейчас последний раз звякну, сейчас я приду. Все, ребят, я здесь. Погнали. Привет, Блэкич. Ты как с луны постоянно сваливаешься. Я что-то не понимаю, какой папкрафт. Я что, поеду, как бы. В другой город. В комменте меня просили, но я не знаю, как там завтра получится, в общем-то, честно говоря. Вот, посмотрим, посмотрим. Не могу ничего не могу ничего пока сказать. Так, а сегодня у нас какой день-то у нас? Улучшение
Завершено. Это же сегодня суббота получается, да? Смерть на пороге. ТСМ готов. Пристройка завершена. СМ готов. Ну что, ребят. Гуру против Аверса. У Аверса тут есть рипер. Надо мула отводить, мул новейший. Ну, отлично, отбиваются здесь Аверс. Так, вторая факта в стиле инновейшна. Сейчас Аверс действует. У Гуру есть Роуч Ворона, у Гуру Лэйр почти готов. Уж не какой-то это сверхбыстрый Лемуф Роуча. О, это Нидус вообще пошел. Кстати, Нидус этим стилем легко достаточно отбивается. Тем более Нидус такого стиля поздний, как бы, получается. Привет, Фирер. Так, стуков у Гуру, кстати. Главное, чтобы Аверс не уехал в то время, когда Нидус будет заказан. Он не должен уехать в это время. Это называется строить депошечки, надо мейн контролить. Вот она, темная зона на мейне. Где Нидус у Гуру? Нету Нидуса пока у Гуру. Попер Нидус. Аверс куда-то там уезжает. Опа, Нидус в Вижене. В Вижене газа Нидус Гуру запилил. Повезло так, как Аверсу, а? Вот это да. Нидус, как бы. Нормально тут для Аверса все складывается. Можно еще и давить вообще на самом деле. Ну что, 75-67. Аверса больше лимита боевого. Мув Роучем у Гуру, правда, практически готов. Аверс делает сильный достаточно выход. Ченджинги тут стоят, на Ксилнаге все законтраливают. Ну а на третью идти Аверсу нужно... Так, хелбатов нужно трансформировать. Точку сбора почему-то вперед не ставится, не понимаю почему. Хелбатики будут вообще? Давай хелбатов Аверс трансформируй. Что ты делаешь-то? Где хелбаты-то? А нахрен дело вообще не по... Так, пошли хелбаты. Одного чудо забыл затрансформить. Тут очень много роуча у Гуру. Очень много роуча, ребят. Нужно сваливать Аверсу отсюда. Он сейчас и свалить-то не успеет. Циклоны пытаются уехать. Все, их уже здесь и не поймать-то будет. Точнее, роучи циклонов уже... Нет, куда эти-то пошли? Это минус Аверс, ребята. Танков нет, ни хрена нет. Здесь контррыв на циклонах готовится. Здесь нужно уйти за депошечки хотя бы. Придется уже брать КСМ, а Аверс на муве. Причем он делает Аверс, я не понимаю.
здесь третий убивает, Аверс Брудлингов убивает. Нужно идти королев отменять, там все дело отменять. Здесь циклоны криво вырываются, не доконтроливает Аверс. Ну, кстати, контррыв-то удался на славу, я бы сказал. То есть было все плохо, а стало все более-менее, если Аверсу получится здесь отбиться. Но он как-то криво контролит. Причем, вот смотрите, есть... А, плюс один есть на циклонов, тоже важный момент. То есть у Innovation плюс один было. Сейчас Аверсу нужно танчиков, видимо, Три циклона едут вниз. Что он делает, а? Что он делает? Я не понимаю, блин. Собери ты в кучу все. Что за ошибки тут глупые, блин? Сейчас можно встать сюда. Крампи, гуру что-то бегает зад вперед. Ситуация, в принципе, нормальная. Рабов больше. Всего больше. Главное здесь отбиться просто и все. Приходит гуру. Аверс туда-сюда сканет, поднимает, уводит, заводит, короче. Циклоны встают над рампой. Вот в такой позиции нужен хотя бы один танк, если Аверс хочет драться. Пошел замес. Нормально тут наполивал роучи. Отступает назад на КГ. Хелбатика трансформирует. 88-115. Чейджинга что-то не подрезал Аверс, непонятно что. Ну, как-то Аверсу надо, наверное, пораньше удар наносить, потому что гуру уровень-то гуру явно повыше, как бы он может... Ну, в макро просто перемакрить Аверса в мясо, как бы. 5 чейнджинг на Ксилнаге. Инфесторы. Ну, теперь надо аккуратнее. Тут надо... Ну, здесь Микос вообще как бы пофиг. То есть, да, фаерболы могут зайти, но если на клике нормально Аверс будет драться, я думаю, все нормально будет. По 4 хелбата уже строят Аверс. Здесь КСМ-ка на патруле выезжает, чтобы заметить, как гуру заходит. А вот он и заходит сюда сейчас. Не хочет гуру драться. Так, Микос пошел. Инфестор Микос пошел. Ну и что дальше? Ну, Микос, ну пошел. Иди вон отсюда. Вычинить циклончиков можно, просто демеджных и все. Нужно Аверсу как можно быстрее. Вот я думаю, сейчас на плюс 2 тайминги Аверсу обязательно нужно вперед пойти. Сканов миллиард кидает. Вот сколько Аверс сканов столько тратит, не понимаю просто. На мэйне сканет, тут лэйер до сих пор. Нужно Аверсу как-то тайминг найти, чтобы выйти. Лишь сидеть бессмысленно таким миксом, как бы, и втыкать. Пошла атака со стороны Аверса. Здесь фаерболами гуру нормально сейчас залепил. Очень много реваджеров. Если как-то Аверс получше от фаербула повернулся, может быть, что-то и получилось бы. Но он не увернулся, и поэтому печально все очень сейчас становится. Вот одни голые циклоны, видите, они как бы заходят, и они жирные. Тут и фаерболы, и все дела. Нужно позиционно побеждать зергов такими видами. Нужно танчиков добавлять, наверное. Пару танков поставил здесь, как бы, и уже зерг не так просто ему через оклик драться становится. Ну, 180 на 80. Не, здесь ГГ, понятное дело, уже Аверс. Ждем вторую карту.
Так, Гуру 1-0. Вихрь, карта у нас следующая. Ну, Аверс наверняка какой-нибудь мех будет играть. Посмотрим, что это будет. Улучшение завершено. Смерть на пороге. СМ готов. Так, нет, игр никаких нигде не будет. Скорее всего, сегодня. Я просто отдохну. Я хоть и не муха-жук, но я устал реально за последние дни, как бы. Завтра опять в 8 утра вставать, поэтому я после этого матча ливаю. Оставляю вам записи. 8 утра финал Innovation Stats, нужно быть бодрым к 8 утра относительно хотя бы. Так, 5 роучей у Гуру. Это пуш через всю карту, что ли? Я чуть не могу вкурить. Вообще, что он хочет сделать-то? Похоже, что да, через всю карту. Сейчас роучи побегут просто прессовать. Какой-то... А, армори. Это цикло... Это гелика Банши. Ё-моё, какой-то бред Аверс делает, по-моему. Сейчас лаба не успевает просто. Похоже на 2-0. Пять реваджеров здесь еще. Надо уводить, да, все на ХГ, просто сейчас банша выйдет и уже с баншой стараться подраться нормально. Да банша отобьется. Ну тут Гуру может преимущество хорошее получить за это время. Кошечку вычинивай, Вась. Ну что ты, ё-моё, не вычинил Васюня. Васюня, не обижайтесь. Это я так, сонный стиль. Давайте еще факту потеряем. Не, факта не погибнет 100%. Так, плюс один на воздух, между прочим, пошел у Аверса. Ну все, отбился цеху назад, надо заводить. Овера надо заминусовать сейчас. Здесь же третья хата пошла. Так, вот циклон. Вот циклон-то уехал. Иди ты. Овера-то сбей, ё-моё. Чё Аверс творит, я вообще не понимаю. Овера не сбил, да ну, ё-моё, вообще. Сагрелся на королевку.
минус одна банша, вторая еле ноги унесла. Вот я не знаю, можно было бы в скорость банша Маверсу сыграть, к примеру, здесь. Так, Старпорта 3. Это вообще масс-банши. Ну где же грейт на несущие винты, сраные, крепкие там какие-то? Ведь эти несущие винты обеспечивают там скорость баншам просто нереальную. Так, королева минус, третья минус. Хороший аверс, это хорошее начало. Точнее, продолжение этого хараса. Нужно залетать сюда. 9 инфесторов делает гуру. Куда ему столько много? Это Степ какой-то уже пошел. Хату гуру восстанавливают. Где несущие винты? Не надо оскорблений. Привет, Ревчик. Спрашивай нормально. Если бы инвиз не вырубается. Ни хрена не вырубается. Винтов несущих ненаблюдаемо вообще. Просто сверххалявный грейд. Просто скорость баншам. Там такая скоростуха просто дикая. И он не делается. Что за чушь вообще аверс делает? Мне кто-нибудь может объяснить? Она же не требует этот грейд теперь, ни фьюжн кора, ни хрена вообще. Просто вот сейчас можно его взять и сделать. То есть Саверс лунтика врубил здесь, по-другому и не скажет. Аверсу сейчас будет предупреждение, как в компании, когда Тиразин собирал воля. Вы слишком обнаглели, вы занимаете две базы одновременно, и третью, и четвертую. Что-то тут Аверс, да, под это, банши так без мува и есть вообще. Так и хочется написать, ведь я судья. Где несущие сраные винты, ёма, баншам? Ну, гуру обидится, наверное. У него бомбанет, скажет, русские нечестные люди. Инфесторы поползли. Здесь залетают банши и либераторы. Вместо того... А, на мейн прям полетели. Да, на мейн полетело, смотрите, аверсты. Если бы у него были несущие винты, банши плетали так же, как либераторы, примерно с такой же скоростью. А то, может, даже и побыстрее немножечко. Так, на рампу надо устанавливать либераторов, что аверс и делает. Как же они королев выжигают, а? Это просто не глупо какая-то. Инфест. Террен заказан, аверс ничего умнее, кроме как к нам и через них пролететь. Вообще контроля дома нет. Просто нет контроля дома. Просто нет контроля дома. Выбивают равагеры либераторов. Цеху третью потерял, но занята-то уже другая была. 2-4 КСМа потерял. Нахрен КСМов было терять, я просто не вкуриваю. Здесь можно хату сейчас гуру вот эту вот выбить. Спокойно абсолютно. Здесь можно все здания выбить на мейне причем. Рыв идет на третью базу сюда, где планетарка. Нужно аверсу прикрывать эту планетарку просто сейчас. Нужно, так, нужно вычинивать. Так, 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 планетарк бомбит, либератор бомбит, приходят инфесторы. Очень много потерь гуру здесь понес. Здесь минус королева, гидра выходит уже, начинает. Тут на мэне два гидралиска есть, кстати.
Планетарка уничтожена. 7320. Даже похоже, что Аверсу тяжело эту игру будет выиграть. Где там баншиты летают? Так, опять четвертую верстает. 81-101. С боевой-то лимит одинаковый почти. Ядрит все больше и больше. Ну вот сюда за поставь либераторов и баншами подойти просто. И начни крошить. Полетает аверс. Грейды лучше, чем у гидры и у баншей. Вы только подумайте над этим моментом. Рейды лучше, чем у Гидры у Банши. Так, либератор на вторую полетел. Тоже без рейнджа, кстати, либератор. Здесь либератор опять разложен. 79-110. Тут два дрона нам уме делаются. Рейндж либератором можно сделать, ребят. Можно мув баншам сделать. Можно все что угодно сделать, но только сделать что-нибудь аверс нужно. Ни хрена он не делает вообще. О, рейнджочек подъезжает. Ну что же. Гуру без шпиля играет до сих пор. А, у него лейера нету, ё-моё. Так надо, конечно, рейндж делать. И вообще тут много чего делать. Аверс прям в лоб поехал, зачем так наглеть-то? Фестеры вперед едут. Че, подраться решил? Не надо. Так ему драться точно. Да блин, твой либератору с рейнджом приведи на каждую базу и все. Че тут че аверс творить-то я не понимаю просто, если честно. Сплетил, сплетил всеми, под мехвост попал практически. Зачем лоб драться, просто не вкуриваю. По либератору-то приведи-то, заблочь ему добычу. Курилка ты картонная. Блин, либераторы раскладываются. Надо вычинивать банши эти чем-то. Вычинки нету, авиас смещается туда-вниз. Дома стационарная оборона нет, нигде ничего нету. Либераторы не разложены, короче, гуру идет, сейчас отобьет, просто иди, все.
Ванши под мехозом. Справа либераторы, правда, гидру вообще унижают мясо. Ну что-то инфицированных здесь очень-очень много, и даже либераторы не справляются с инфицированными, ребят. Но либератор залетел зато на дальнюю базу. Дайверс даже не использует потенциал ренжа полностью. Здесь спорка минусу. 12 КСМ, здесь роучи зашли. Но он какой-то бред Дайверс делает. Должен был быть сейчас мультитаск. Короче, и ничего этого не происходит вообще. На 170 ГГ мог эту игру втащить, мог реально. Что Гуру здесь, ну, решил сыграть фаново очень-очень и... И у Аверса были все шансы, но, к сожалению, их не остается больше. Не врал, пошел. Решил Гуру воровать еще. Ну, тут 79 секунд, он добьет раньше, я думаю, скорее всего. Либераторов очень много, Аверса нужно отметить. Скана не кидал, кидал бы скана, выбил бы инфестора бы на самом деле. Ой, на мехозе словил здесь. ГГ, ну что, подведем статистику. Аверс выиграл двух Милку Люцифера, проиграл Блаю. Так. Стоп-старт делаю, без задержки вернусь.